Вашему вниманию предлагается капибара. Самый крупный из известных грызунов нашей планеты. Или просто бразильская морская свинка. Они обитают только в Бразилии, еще в части Колумбии. В общем, они обитают в Южной Америке, в некоторых ее частях, и в основном во всей Бразилии, по всей территории. Вес крупной особи достигает 60-65 килограмм у самок, которые почему-то крупнее самцов. Так или иначе, но они очень милые. При этом они отлично плавают. Здесь они просто загорают на солнышке, веселят публику и умиляют всех своим существованием. Посмотрите, какие они на самом деле милые. Лежат, отдыхают, загорают. Не правда ли? Очень мило. Вот моя подруга Изаура. Да, малыш? Что ты вся обслюнявилась? Ушками тут машешь. Ну-ка, ну-ка покажи нам свой ротик. Ах ты мой хороший. Ты мой зубастик. Да. Что ты чихаешь? Все хорошо. Мой пупсик. Тихо, тихо, тихо. А, ты так хочешь полежать? Ну, полежи, полежи. Полежи, мой хороший. Моя хорошая. Короче, выяснилось, что это девочка. Очень непугливая. Непуганная. И дружелюбная. У нее огромные зубы. Даже есть клыки. Похоже на кабанчика маленького. Лохматого. Вот так будет лучше. Ты моя хорошая. Тихо, спокойно. Чего ты? Спокойно, малыш, спокойно. Все хорошо. Папа рядом. Мы находимся в штате Парана. Сейчас я ей хлебушек дам. Мы проверим, будет она его кушать или нет. На, куда пошла? На, Изаура. Блин, я поздно вспомню про хлеб. Короче, остальные все очень пуганные. Очень. И хлеб они не едят и не хотят его есть. Ну, я, в принципе, уже со всеми пообщался, со всеми пофоткался, с некоторыми подружился, с некоторыми не очень. Друзья, это Бразилия, и это город Куричиба, штат Парана. Как часто случается у меня во время путешествий, неожиданное, приятное, потрясающее знакомство состоялось у меня сегодня. В этом замечательном парке, называется, по-моему, Боркуй. В общем, они очень прикольные, с огромными ноздрями. Это самые крупные из известных грызунов на нашей планете. Мы сейчас попрощаемся. Но она уже проснулась и не хочет с нами общаться больше. Оказывается, она, наверное, спала, когда я с ней дружил. Так, разлюбила меня моя Изаура. Мы пойдем дальше гулять. Здесь потрясающее озеро, очень красиво. Вообще потрясающая локация, реально. Очень-очень красиво. Пишите в комментариях, хотели бы вы здесь оказаться. И здесь, на этом озере, есть островок. Вот туда выплывают, прямо из воды выплывают эти капивары. Вот туда. И отдыхают там. И живут они здесь в естественных условиях. Без всяких стен, замков, клеток и так далее.
Вот их тут штук 20. Только сейчас передо мной. И в некоторых участках еще различные группки. Это грызуны, они называются водосвинки. Это старшие крупные сородичи всем известной нам морской свинки, домашней. В средние века их употребляли в пищу, сейчас уже нет. Это тоже невозмутимое. Так, ну ладно, мы не будем ее пугать. Что ж тебе дать такое? А, я тебе цветочек сейчас дам. Ты что на нее бросаешься? Смотри, он на нее бросился и куснул ее. На, на цветочек. Цветочек хочешь? Иди сюда, малыш. Цветочек. Я сейчас пойду изауру кормить. Она меня уже знает. Кто хочет цветочек? Капибары. Звери, твари. Кто хочет цветочек? Цветочек кто хочет? Малыш. На, цветочек. Не хочешь? Так. Даже описывалась со страха. Так, друзья, мы будем заканчивать нашу съемку, потому что мои друзья отказываются вступать со мной в тесный контакт. На. Это Бразилия. Меня зовут Олег, либо Алекс. Профессиональный путешественник. 8 лет странствий за спиной, практически без остановки. И 85 стран уже. Практически бесплатно. Поэтому, если вы хотите узнать много интересных деталей, подробностей и приключений, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, жмите колокольчики, делайте их черного цвета и делитесь роликом с друзьями и пишите комментарии внизу, пожалуйста, под этим роликом. Всем спасибо огромное за просмотр. Увидимся на краю света. Горячий привет всем родным. Пусть будет мир в вашем доме.